Этот мужчина бросает камень и попадает в тигра. Тигр встает и смотрит на него. Тогда мужчина поднимает другой камень и бьет им тигра по голове, что очень злит тигра. Женщина видит, как мужчина делает это, и начинает его ругать. Мужчина смущается и уходит оттуда. Через какое-то время, когда мужчина был в туалете, он вдруг слышит крики на улице. Выйдя на улицу, он видит, что все бегут, спасая свои жизни. Мужчина не понимает, что происходит, и начинает искать своих детей. Но тут сзади раздается рычание. Он оборачивается и видит тигра, идущего к нему. Мужчина настолько напуган, что перестает двигаться. Тогда он медленно достает телефон и звонит в службу 911. Женщина-диспетчер говорит мужчине, чтобы он сохранял спокойствие, потому что команда спасателей зоопарка уже едет к нему на помощь. Но тут тигр понимает, что это тот самый человек, который бросал в него камни. И тогда...